защитник стремится очень высоко. Игрок выходит далеко из ворот, потому как защитники ЦСКА чего-то сейчас исполняют сложносоставное такое, да? Много пространства по воротам соперника дают. Удар в ближний угол слева, да, ворот. Сборная России заработала. Это приятно. Убирает под левую. Нерабочую, судя по игре, да, сейчас бить будет. Дальнюю. Очень хорошо. Все было очень хорошо. Подавай. Дмитрий Парус. С правой ноги. Внутрь. Вратарская. И опасно. Гол, да. Кто устроил это безобразие у ворот московского ЦСКА? Непонятно, но фактов нет. Передача, ошибка, в этом режиме действует футболисты. Цепляют Марков, цепляют. Это на карточку, да? Арбитр показывает горчичник. Семен Николаев заряжается. Хотя Кирилл Данилов также будет направо пробить поворот с левой ноги. Разбегается, бьет в ближнюю 9. Бам! Великолепно Кирилл Данилов. Включает Мещерякова вновь. Отдал, открылся, играет короткими передачами. Можно бить. Дальше. И удар нужен. Есть удар, есть гол. Вот она, десяточка армейцев. Вартан. Перерыв, поэтому надо форсировать события. И так уж точно. Они это делают левой бровкой. Нужен прострел. На месте. Счет после первого тайма 2-1 в пользу хозяев поля, называют московский ЦСКА, ибо они на своем стадионе занимают сборную России. Левый фланг есть, нужно передачку исполнить. В спину, конечно. Можно попробовать прострелить. И касание было опасно. Во втором тайме, в первом тайме, по-моему, это Дима подавал. Под самый угловой. Открывает Магомедов. Свежий комплект футболистов ЦСКА. Посмотрите, что создает у чужих ворот. И чуть-чуть совсем не хватит. Мне нравится, как действует футболист, но ему в центре поля, как мне кажется, немножечко поддержки не хватает. В режиме рывковых ускорений работает сборная России. И этим рывочком зарабатывает 11-метровый удар. Зацепились друг за друга руку. По разбегу будет с левой. Свисток, можно. Матвей делает разбег. Удар разводит вратаря по разным углам. Спокойная реализация. Ну и настал новый вправе ожидать высокого уровня обученности. И они нам это демонстрируют. Посмотрите, какая атака. Ух, пас на левую. Маска врывается, но понимая, что и передачу уже не выиграл. Вот, второй совет пошел. Туда! Вот тут второй! Ну готов кипер, готовы армейцы. Разыгрывают они угловой. Пошла подача. Удар в касание в дальний. Очень интересно. Очень положенный дисциплинированный игрок. Слушал голкипера, когда он бежал на него и командовал «я», наверное, выкручивая глаза. Была возможность играть вратарю, когда вот к чему это приводит. Ну, пожалуйста, сам себе, дорогой друг, ты придумал этот гол. Соперник. Как говорится, только успевай ногами. Армейцы поджимают. Дальний удар. Смело.